Я приветствую вас, друзья. Мы продолжаем ночные кошмары. Маленькие такие мальчики, ночные кошмары. Мне уже не терпится, чем там продолжится. Мы сбежали от двух поваров, непонятно чего готовящих. Поехали. Да-да, мы здесь выпрыгнули. И тут что-то большое, гигантское. И тут дождь идет. Цепи? Колесо? Или мне это кажется? Что это было? Кто верещит? Да, это цепи как бы пере... Офигеть, смотрите. Какое все огромное. Там на заднем плане колесо. Как все странно здесь. Я прям в ожидании, что дальше будет. Ладно. Подождите, цепи обратно. А, нет. Как-то они остановились. Нет, не падай, не падай, не падай. Нам подунчиков тут не надо. Это, может, надо было упасть, там, может, ачива какая была. Я не знаю. Смотрите, кто там. Вот то, кто идут. Они только начали идти. Вау. Меня прямо ослепило. А где мы? А, вот где мы. Смотрите, там кто-то ходит. Ух, как круто. А вниз можно? Какой-то корабль. Как кайфово сделано. Прям приятно вот эти волны, пена. Все-таки мы на корабле. Какой-то, правда, странный корабль. Вот корабль. А это... Я даже не знаю, что это. Плавучая какая-то база. Ух, как круто. Прикольно. Кто такие там на заднем плане? Какой кораблик? Да это какая-то фигня непонятная. Это очень большая штука. Как круто, ладно. Ощущается масштаб прям. Чайка. Ну, как я и говорил, как лестницы, так и чайки. Нормального размера для человека. Ну, если как ребенок. Смотрите. Какие-то бабки там. О, нет, это в масках. Какая-то фигня в масках. Такие важные все из себя. На сходку какую-то, что ли? Вот тот дальний. Дрянный. Кого-то медитирует. Так, подождите. Зажигалочку.
А вон снизу идут. Давайте разузнаем, что они хотят. А фонарик уже напоминает китайский или японский стиль уже. Смотрите-ка. Хочу понять, кто они такие вообще? А может, не стоит это узнавать? Вообще, что здесь происходит? Фух, блин. Мы можем... Нас не схватят? Нет. Смотрите. Это та самая, которая нам приснилась. Это женщина. В маске. Типа гейши какой-нибудь, знаете, так. По крайней мере, стилистика. Она наблюдает за вновь прибывшими. Но кто они такие? Да, это японский или китайский стиль уже. Ой, чуть не упал. Хорошо. Там и женщины, и мужчины какие-то, смотрите. Они в разные стороны расходятся. Да, фонарики, да, китайский действительно стиль. Поддерживается какой-то. Смотрите. Вот внизу который. С него как будто назад кожа стянута, а там, где нет кожи, одета маска. Как это все странно. Есть. Так можно и пасть. Так, и где мы? Давайте посмотрим, может здесь ачивочки какие-то будут. Нет, здесь ничего нет. Все трясется так. О. Эти господа трапезничают. Ну, судя по всему, помните, там длиннорукий упаковывал каких-то маленьких существ? Я не знаю, высохших или каких-то, или может такие уж совсем податливые. Потом на крючки вешал. Потом у повара было сложено много. Знаете, как будто в этих свитках они доходили до кондиции и становились вот над нами, которые видите, вилка воткнутая. Вот в таких превращались в мясо какое-то. Воу. Это полный привет. Я думаю, он занят и нас не увидит. Да? Интересно, давайте посмотрим. Не, не видит. Эй, я здесь. Хорош жрать, скотина. Нет, он нас не замечает. Можно, кстати, ачивочки посмотреть. Катки подожгем его. Гори-гори, ясно. Ну ладно. Да хорошо, что ты заблудился в трех соснах. Фак, нас сожрали. Я не ожидал. Это как? Ну хороший, смотрите, он так гладит эту штуку. Впился так. Стоп, а как же там тогда? Надо быстро получается, да? Бежать, 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 типа бежать. Вау. Давай, 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 давай. Он продолжает за нами бежать. Сюда? Нет. Я не знаю, куда бежать, он за нами гонится. А, нет. Нам на тарелку? Да ладно, что, через... Вот там сосиски он поедает. Нам залезть на тарелки. Прыгнуть ногу.
А, нет, не на голову. На фонарь. А как это сделать? Нет. Ты чё, совсем с ума? Да куда ты лезешь, а? Это жесть какая-то. Ух. Да ладно, это вообще какой-то трешак. Что здесь происходит? Что за нафиг? Я такие жадный. Еда. Нет, здесь нет. Нет, нельзя. Я ничего не вижу вообще. Это полный привет. Что здесь происходит и что мы сейчас наблюдаем? Сейчас кто-то опять согрится. Гномик, иди сюда. Где ты? Смотрите. Внимательно. Это мы? Кто-то нарисовал нас? Прикольно. Это из-за того, что мы подружились с этими? С этого сумасшедшего дома свалили. Гномик, очивочка, иди сюда, я тебя обниму. Такой ты хороший ты мой. Так, давайте потащим его. Нас не ешьте. Вот его, похомячьте. Какое злостное. Он спрятался. Нет, за нами пошел. Носок слышится чей-то. О, тут просто ачиво. И он здесь живет. Ладно, давайте его обратно тогда. Затащим, он там боится, наверное. Пойдем. Туси здесь. Кто вы такие вообще? Грибы. Итак. Я даже не представляю, что здесь нужно сделать. Ага. Еще лучше. Нифига! Он сожрал нас. Даже так? Ну это совсем полный привет. Ладно, будем знать. Совсем дроны. Нет, только качаться. Тащить. Нужен тот стул, получается, да? Да нет. Неужели через весь этот бежать нам?
Фух. Сволочи. Но куда здесь? Я не понимаю. Прыжок, да, наверх по этой непонятной штуковине. Нет, здесь не залезем. Как они жрут, а? Удары усиливаются. Какие же они странные существа. Ой, там этот, грибы побежали. Я весь в таком внимании жестком, я просто сам в шоке. Такое увидеть. Там вход? Нет, это не вход. Мне показалось. Так, нам, наверное, сюда. Сейчас какая-нибудь хрень за нами побежит. Ну, так и знал. Ой. Цепляйся. Ух! Они там застряли. Ушами своими. Ну это полный привет. Я такой реально не ожидал от игры. Чтоб такое увидеть. Это как же надо так... Такое воспринять. Придумать мир такой. Да твою ж налево. Что, правильно я сделал, да? Да, я правильно сделал. Он типа застрял. Иди нафиг. Усиливается музыка такая тревожная. Так, а здесь повара лазят, да? А я вижу эту... Нет, он нас не свалил, не спалил. Спалил! Мы туалетная бумага. Мы прикинулись туалетной бумагой, нас нет. И как он будет долго бегать за нами так? Можно выходить? И что нам здесь делать? Я там ачивочку увидел. А, тут можно спрятаться. Интересно сделано зеркало. Нет, не знаю, что я хочу сделать.
Кран можно повернуть? Нет. Унитаз смыться, что ли? Нет, так заклинал. Ну как тогда? Открыть не можем. Нет. Можем стекло разбить? Точно. Не просто так. Не порежься, смотри. А, кто-то наблюдал. Ай, блин. The toilet. А что сделать-то? А, наверх нам залезть. Да куда ты прыгаешь? Лезь уже. По каким только злачным местам не лазили мы здесь. Тут обои даже поклеены. Да ладно. Мы грибы клеили. Я хочу ачивочку, да, забрать. Слева здесь занят, да? Лифт. Лифт. Мы возвращаемся в родные пенаты. Кухни. Вау. Тш. Куда мы пришли? Кто-то дышит. Это... А ты что делаешь? Ведро с водой туда поставил, да? Иди отсюда. А, он застрял. Давайте поможем ему. Или он прикалывается над тем кериком? Я не знаю. Здесь есть что? Есть что? Какое это все странное. Нет, здесь ничего такого нет. Лампа, ачивочка, это хорошо. Озарение. Открыто достижение озарения. Я не знаю, что это, но ладно. Типа я все ачивки поджег. Сейчас будет гонка. Нас тупо стрескали. Да, ачивочка есть. Побежали. Короче, там будет сейчас мясо вываливаться, за нами гнаться. Уи. Да, вылазят. А еще, и мало всего было то, что на столах, что ли, лежал. Тапки не забудьте одеть. А, это наоборот, без тапок. Такой крик какой-то. Вниз. Право, быстрее. Из-за них все падает. Ох, какой крик усиливается. Это реально просто круто. Вот это нагнетание. Шляпу одеть. Одеть шляпу. И под шляпой лазить. Нас чуть не стрескали. Точнее, один раз стрескали. Смотрите.
Что это на картине? Это вот эта фигня круглая, дымящаяся. Видите, да? Как будто панцирь черепахи. А сверху там дымоход. Подождите-ка. О, а чего? Отлично. Значит, не все еще ачивки. Я уж расстроился, что конец игры. Тишина такая. Случай, мы не в покое той женщины непонятной пришли. Там столько было чем похомячить. Здесь есть? Нет. Да, смотрите, картина прям... Ачива? Да? Нет, нет, не Ачива. Я уж сам проголодался. Сейчас будет снова такой... Мя-мя-мя-мя. Нет? Нет. О, поделитесь. Думаю, сейчас упадем и не дойдем. Нам до не... Точно. Да ладно! Да ладно! Да ну нафиг. Да. Девочка, ты понимаешь, что ты не сделал? Бля, я не знаю, что теперь говорить даже. Называется полный привет. Чувак, нас ешь. Теперь грибы против нас. И запей еще. Вот это да. Я такой трэш что-то не ожидал. Реально. Рыба. Костяк рыбы. У меня было какое-то сомнение перед тем, как... Вот она. Этой же статуэткой кинуть. Ну, есть банки. Было, короче, сомнение, что он, блин, что-то подобное может вот это в желтом капюшоне сделать с этими грибами, но так резко. Может, сныкаться надо? Скорее всего. Нет. Уик. Гостиная. Открытое достижение. Что, друзья, давайте закончим пока на эту серию и узнаем следующую, куда мы вообще попали. Кто такая женщина? Она как-то прям плавает. Летает или еще фиг знает. Под маской что-то скрывается. Может, там что-то ужасное? Не, ну с этим грибом это просто трешак какой-то был. Я реально не ожидал, просто очень сильно не ожидал. Я их носил на руках. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Ой, блин. Подписываемся, ставим лайки. Также мы есть в группе ВКонтакте. Всем удачи. Покеда.